В мире, поврежденном грехом, мало розовых и пушистых ситуаций выбора между злом и добром. Выбирать практически всегда приходится из двух зол. Мир предлагает выбирать наименьшее, не предлагая при этом критериев оценки. Последователю же Христову надлежат заботиться не о своей непогрешимости, а о царстве. И поэтому всегда следует, во-первых, выбирать тот вариант, что более способствует прославлению Христа, Голгофу – пример зла, ведущего к славе. И второе – быть готовым дать ответ Господу за свой выбор. Так цена Голгофы тоже известна, но она уже уплачена. Подлинно нравственные решения не бывают ни простыми, ни дешевыми.